Всем привет, меня зовут Эдисон, и сегодня я продолжаю проходить Майнкрафт с модом Pixelmon. В прошлой серии я был в шахте и добыл себе немножко алмазов, ну как немножко, 12 штук, 2 раза, и немножко железной руды и алюминия, который необходим для... чтобы сделать с него покеболы, лечилку для покемонов и компьютер. И в данной серии... эпизоде я думаю найти себе подходящее место, такое уютненькое место, чтобы сделать себе небольшой домик, который уже будет, в котором я буду проживать уже до конца, можно и так сказать. Потому что есть один минус. Ну как минус? Когда делаешь хилерку для покемонов и, например, ставишь ее так, секунду. Это вроде спрятанный сундук. Lucky Egg. Ну нет, ну как спрятанный? Стоит посередине озера. Я вроде рассказывал про него, что это, и как его можно найти, и что в нем может попасться. И мне попался какой-то Lucky Edge. Я даже не знаю, что это. Так. Про что я говорил? А, вроде об хилерке. Когда её делаешь... И ставишь, например, на одно место, и потом, ну, меняешь себе, ну, как бы, дом свой, и хочешь ее переставить в второе место, уже не получится никак вообще. Когда ты ее разбиваешь, она просто-напросто пропадает. Ее нельзя, допустим, так, подобрать и поставить во второе место. Просто нельзя. И поэтому я не хочу тратить один диамант, чтобы... Ну, как не хочу? Ну, да, не хочу. Хотя их уже имею много, но мне жалко и так. Да. И сразу найду себе нормальное местечко, чтобы сделать небольшой домик. И жить там. Да, вот как раз я хотел сделать себе дом в джунглях. И как раз я их нашел. Да, повезло. Не знаю почему, но... я хочу сделать дом где-то на воде. Не знаю почему даже, ну просто у меня возникло такое желание. На воде, джунглях. Не знаю, даже может вот тут спереди его сделаю. Чтобы не бродить полсерии эпизода по целому миру. Так. Думаю, можно сделать вот тут. Так, я уже набил себе немножко дерева. Так, да. Ну, просто чтобы не терять время и теперь не ходить и рубить пол леса. Так, где бы построить лучший дом? В каком направлении? Вот, кстати, тренер покемонов. 19 уровень. Ну, как бы, с ним можно делать бои. Просто вызываешь своего покемона, он вызывает своих. И дерешься с ним. И если выигрываешь против тренера покемонов, то дает больше опыта, чем, например, против обычных покемонов. Так, думаю, все-таки построю здесь небольшой домик. Сделать верстак, чтобы выкинуть. Так. Сундук, чтобы поместить эти все мои ресурсы на время. Так, алмаз, думаю, красная пыль. Так, лазурит. Так, это сюда. И вот так. Так, сделать. Вот так. Пару ступенек. И продолжим. Сюда.
И не знаю даже. Где-то вот тут ступеньки. Кстати, возможно, что завтра выйдет не одна серия, не один эпизод, а целых два. Три не знаю, ну, 2 100% выйдет. Я это вам гарантирую. Ближе к вечеру, ночи даже. Постараюсь побыстрее. И нужно уже сходить в ад, чтобы добыть себе ресурсы и сделать те конфеты, про которые я рассказывал. Конфеты Rare Candy называется, чтобы поднять уровень покемона. Ну, можно обойтись и без них. Ну, просто я хочу вам показать все, что есть в этом моде. Почти все. Так. Так, начнем строить домик. Небольшой. Извините, если я, например, мало разговариваю или запинаюсь иногда. Не знаю, просто это мои первые видео. Я еще не очень опытен. Постараюсь исправиться. Конечно, с вашей помощью. Вы мне поможете. Постараюсь делать все лучше. Буду стараться. Ради вас. Так. И тут. Тут. И сейчас. Да, вот так. Нет. Опять. Так, думаю, места хватит. Чтобы был нормальный дом. И не очень большой, ну и просторный. Так, сейчас. Думаю, в этом эпизоде уже построю небольшой домик. Сделаю хил и лечилку для покемона. Величу его уже наконец-то. То он уже мертвый 2 эпизода может, да? И может покажу вам один бой против любого покемона, если найду подходящего моего уровня. Думаю, этот эпизод можно будет заканчивать. Так, дерева у нас хватает? Да, не очень. Ну ладно. Не знаю, хватит ли, чтобы доделать домик. Дом. Если нет, еще нужно будет срубить пару деревьев. Нафиг. Темнеет. Большой проблемы нету, так как здесь монстров вообще нету.
Так. Не хватило одного дерева. Пусть будет так. Сюда помещу верстак. Да. Ну что ж, по-быстрому сделаем... как это называется? Лечилку для покемонов. Что нам нужно? Тут только диаманты. И вроде все, да. Так, булыжника нет. А нам булыжник нужен. И даже очень. Не очень, чтобы сделать печку. Печь. Так. Как раз рядом есть залежи булыжника. Печь нам нужна сейчас для того, чтобы переплавить добытый нами алюминий. И после этого еще нужно будет его переделать в алюминиевые пластины. Сейчас покажу как. Довольно-таки интересно. Так, пойдем назад. Побежим. Так. Так, сюда поставим верстак. Сделаем печь. Две штуки. И переплавим добытый нами алюминий. Четыре штуки. Так, сейчас сделаем наковальню. В смысле, не наковальню обычную, а наковальню в этом моде, чтобы делать различные вещи. Покеболы и еще. Так, как всегда, у нас дерева нет. Ладно. Много не нужно. Хватит. Чтобы сделать молоток. Да-да, молоток. Так. Он требует самое больше железа, как вы заметили. Так, 5 штук есть. И хватит. Так, делается это вот так. Ставится правым кликом мышки сюда. И молотком просто бить, пока не появится пластина. Ну вот, вот он. Так, упала сюда. Вот, первая пластина. Нужно вроде 4 штуки, чтобы сделать личинку для покемона. Еще 3. Так, еще 2. Давай, быстрее. Еще 1. И... Ну... И... Готово. Все, 4 штуки имеем. И делается наша лечилка вот так. И алмаз. Вот она. Хиллер. Все. Слава богу. Сделали, наконец. Правый клик мышки. И лечим нашего покемона. Все, готово. Вот он мой любимец. Здоровый, и как вы видите, уже может ходить.
Не лежит в покеболе. Ну что, найду одного покемона. Постараюсь найти моего уровня. Чтобы показать вам боль. В следующем эпизоде уже закончу делать наш домик. Постараюсь. Так. Нет, этот сильный. Нападет, не нападет, не знаю. Так, нет, думаю, нет. Этот нет. Этот. Не убегай. Четвертый уровень. Вот и первый наш бой. Поединок. И его, я думаю, все-таки выиграю. И... Пум. Добил. Шестой уровень. Может еще одного покемона, если найду. Да, тот же самый. И этот, восьмой уровень. Я нападу на этого, потому что он не имеет вроде ни одной атаки на первой своей стадии эволюции. И он даже не будет бить. И поэтому на нем можно легко качаться. На самом начале. Вот такой уровень, шестой. Против восьмого. Так, добиваем. И думаю, будем 8-9 уровень. Где-то такой. Еще один удар. Нет, еще один. Все. Какой уровень? Десятый. Да, даже десятый. Это очень хорошо. Если я не ошибаюсь, не могу ошибаться, следующая стадия этого покемона, эволюция, будет на 16 уровне. Или на 18. Шармелеон называется. Ну что ж, думаю, пора заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. Продолжим в следующем эпизоде.